Всем добрый день. Хочу показать эксперимент, который я проводил в том году. Значит, персик себя плохо вел. Я его спилил вообще. Хотел выкорчевать, но не получилось, не было времени. Он дал паросли. Вот. Я их осенью заколеровал. Вот как выглядит почка. Сделал чем побольше. Потому что больше сделаешь, будет больше вариантов, что оно приживется. Вот поставил две почки, две прижились. Поставил две почки, две прижились. То есть сейчас весной обрезать вот так нужно, чик. И будет у вас тут молодой персик, которому корневой 10 лет, а сам сорт будет новый. Тут даже я подписывал где-то. Это что тут? Royal Summer. Вот такие дела. Пробуйте, экспериментируйте, не бойтесь вообще. Колеровку делал в августе. Всем удачи!